Израиль может атаковать Сирию в случае эскалации конфликта на границе с Ливаном. Такое развитие событий прогнозирует политический аналитик Маумат Омари. По его словам, израильские военные могут начать наносить удары по Сирии под предлогом проникновения туда боевиков Хезболлы. Если конфликт затянется в Арабскую республику, также может начаться наземное наступление, считает эксперт. По оценкам ООН, с октября прошлого года из Ливана в Сирию перебрались около 130 тысяч человек. Большинство из них – женщины и дети. Существует множество последствий конфликта для Сирии, например, экономические. Поскольку Сирия страдает от экономической блокады, приток беженцев приведет к дефициту базовых товаров, и стране понадобится больше ресурсов в этом плане. Также существуют угрозы безопасности, например, нападение Израиля под предлогом проникновения боевиков ливанской Хезболлы в Сирию или переброска оружия в Ливан из Сирии.